Традиционный уже шестой турнир по окинава-гадзюрю каратэ-до памяти Владимира Ситника объединил спортсменов из столицы Тугулыма, Междуреченска, Ирбита, Богдановича и Артемовского на базе спорткомплекса БМЗ. В очередной раз мальчишки и девчонки всех возрастов и разных весовых категорий встретились на татами, блеснуть своим мастерством и достижениями в любимом виде спорта, тем самым отдав дань уважения памяти известного учителя многих поколений спортсменов, основателя Урало-Сибирского регионального центра по традиционному окинава-гадзюрю каратэ-до в городе Артемовском. Встречайте участников наших соревнований. Участники соревнований, шагом марш! Приходи, занимайся, будешь делом и духом сильнее. Перед началом соревнований спортсменов и гостей турнира поприветствовали директор молодежно-подросткового центра и начальник комитета по физической культуре и спорту администрации Артемовского городского округа, пожелав участникам новых побед и хорошего настроения от этого спортивного праздника. Этот турнир является показателем спортивного престижа нашего города. Основной целью проведения турнира является популяризация и содействие дальнейшего развития каратэ в районе, укрепление и расширение дружеских спортивных связей между районами и городами Свердловской области. Я уверена, что сегодня будут открыты новые имена каратистов. Я желаю всем спортсменам достойных соперников, а тем, кому просто нравится этот вид спорта, яркого, незабываемого зрелища. От лица городской администрации, от лица городского спорткомитета я приветствую вас на данных соревнованиях. Этот вид спорта начинался у нас в городе в начале 80-х годов прошлого века. Я в то время также работал представителем спорткомитета. Подходят ко мне два молодых парня. Володя Ситник, тогда еще Володя, а не Владимир Григорьевич, и Рома Гаджиев. Им пришел вызов с Казахстана на семинар. Но в то время у меня лежала на столе прямо бумага, что в Российской Федерации каратэ еще запрещено. Я выписал им командировку, они съездили, наладили связи. И можно сказать, с этих шагов начался прекрасный данный вид спорта. И вот уже прошло столько лет, очень радостно видеть такое количество участников. Очень приятно, что Владимир Григорьевич воспитал, кроме спортсменов, еще и своих уже сегодня работающих наставников. Я желаю продолжения развития, динамичного развития данного вида спорта. В сегодняшнем турнире желаю честной бескомпромиссной борьбы, дальнейших успехов в занятиях и в развитии данного вида спорта. От себя лично главный судья турнира, ученик Владимира Ситника, тренер артемовских чемпионов, поблагодарил всех за то, что смогли приехать, довел до участников детали выхода на татами и пожелал удачи спортсменам. Очень рад вас всех видеть. Спасибо за то, что вы ежегодно приходите на этот турнир, приезжаете, помните Владимира Григорьевича Ситника. Всем желаю сегодня победы. Кто-то займет первое место, кто-то победит сам себя. Прежде всего, выйти на татами не так просто, как кажется со стороны. Удачи. Каждый поединок нес с собой бурю эмоций и накал страстей. Болельщики на одном дыхании скандировали имена своих героев. Thank you.
прекрасную технику, выносливость, стиль и силу в этом виде спорта. На татами продемонстрировали в ходе турнира и представительницы прекрасного пола. Нисколько не уступая парням, девчата сражались в поединках друг с другом, выкладываясь в полную силу. Завершением турнира стало награждение победителей, которых было не так уж и мало. Стоит отметить, соревнования в очередной раз помогли многим мальчишкам и девчонкам из 6 городов раскрыть свои внутренние потенциалы. Так каждый из призеров выходил за свои награды с особой гордостью. Необходимо сказать, что артемовские спортсмены продемонстрировали прекраснейшие результаты, завоевав в общекомандном зачете первое место. Турнир прошел замечательно, всем понравилось. Слава богу, без травм серьезных, ну, не считая двух разбитых носов. Команда города Артемовска выступила достойно. Общекомандное заняли первое место. Город Артемовский представляли клуб «Русич» и клуб «Морпех». Совместными усилиями заняли первое место командное. Стоит отметить, что турнир длился на протяжении целого дня. Уставшие, но довольные участники делились своими впечатлениями. Мы на этот турнир уже приезжаем не первый раз, то есть он уже стал традиционным. Традиционным не только для Артемовска, но и для нас. То есть мы сами как бы в свое время занимались, тренировались у Владимира Григорьевича Ситника. И поэтому как бы на этот турнир мы приезжаем, стараемся, по крайней мере, приезжать ежегодно. В целом, как бы турнир мне очень нравится, потому что как на этом турнире дети, воспитанники тренера Владимира Григорьевича Ситника. То есть они как бы его дело продвигают, и мне это по душе. Турнир, как бы он уже, еще раз говорю, что он традиционный. И уровень турнира достаточно приличный. То есть уже смотришь, то есть по сравнению там, с какими-то уже прошлыми годами, да, когда ребята впервые участвовали, начинали выступать. То есть сейчас на сегодняшний день уровень уже значительно выше. Поэтому как бы мы и в дальнейшем тоже планируем, то есть и будем приезжать на этот турнир. Тем более такой турнир очень нужен именно для молодого поколения, для молодых ребят, вот именно для начинающих, где действительно их можно свозить на соревнования, на первые соревнования, чтобы они поварились в этих соревнованиях и как бы обкатать и молодежь. Этим видом спорта я занимаюсь 7 лет, добился много наград. Турнир мне очень понравился. Мы на эти соревнования ездим уже не впервые. Ну, организация мне понравилась, бои хорошие. Наша команда выступила очень хорошо, самые основные, показали хорошие результаты. Приехали с командой из города Тугулым, команда спортивной школы «Ермак». Этот турнир посещаем неоднократно уже в памяти Владимира Григорьевича Ситника. Для нас он очень уважаемый человек, и посещаем этот турнир каждый год. Организация турнира на высшем уровне, как и всегда, нам очень сильно понравилась. И будем приезжать вновь на этот турнир. Наша команда выступила неплохо. Мы заняли несколько призовых мест. Также у нас есть победители турнира. Благодарны турниру за проведение. Мне очень понравился турнир Ситника. Мы ездим сюда каждый год, занимаем места различные. Очень нравится. Я выступил, думаю, что хорошо, выиграл первое место в своей категории. Турнир, я считаю, прошел очень хорошо. В такой накаленной обстановке были очень красочные, красивые поединки. Многие ребята проявили себя как настоящие мужчины. Хочется отметить девочек, которые, несмотря на
такой вид спорта, выходят на татами и также проявляют себя очень достойно и красиво. Сегодня команда попала в такое экстренное, форс-мажорное обстоятельство, что очень все тренера были заняты, кто судейством, кто в помощи организации турнира. Они, можно сказать, были предоставлены сегодня сами себе. Сказал ребятам, чтобы они должны быть одной единой командой, друг другу помогать, поддерживать, выводить бойцов. Постарше помогали младшим. Поэтому я сегодня очень доволен ими, они молодцы, проявили себя как настоящей командой, выступили очень хорошо. Несмотря на то, что тренер присутствовал, только присутствовал достойно, выступили достойно, одержали победы. Практически даже проигравших нет. 106 участников турнира из 6 городов покидали площадку соревнований с массой впечатлений, довольные результатами своими и в целом командными. При этом с настроем на будущие встречи на татами. А они не заставят себя долго ждать.